Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас мы рассмотрим мысли, эмоции, поступки Дональда Трампа и Зеленского Владимира. Телефонный разговор. О чем они разговаривали? Разговор о мире, да, например, был ли у них? И действительно ли они были откровенны друг другу? Так, вот то, что их объединяет. Это Дональд Трамп. Это Зеленский Владимир. Сейчас будем смотреть мысли, эмоции, поступки. Разговор о мире. Чтобы война закончилась в Украине. Вот телефонный разговор между Дональдом и Володей Зеленским. Так, Дональд Трамп. Теперь это масти. Так, раз, два, три, четыре. Мысли, эмоции, поступки. Дональда мысли, эмоции, поступки к Зеленскому Владимиру. Мысли, откровенный разговор, мысли, эмоции, вот это покажет, и поступки. И что же будет, что же будет. Так, начали. Так, вот он звонок. У меня зазвонил телефон, да? Это судьба, так надо. Этот разговор, будем говорить, как рыцарь приключений, как бы, давай поговорим, да? Ну, как бы красиво, информационно. Теперь, вот он, Дональд, колесо фортуны и двойка кубков. Видимо, он разговаривал со своей еще женой. Жена была рядом. Вот так вот. Он был не один при данном разговоре. Ну, группа поддержки. Так, вот Владимир Зеленский. Он разговаривал тоже при своей команде. Тоже этот разговор был кругу семьи, можно тоже сказать. Ну, мы же рабочую обстановку смотрим, да? Может, его коллеги были рядом. Вот, и смотрите, двойка кубков и десятка кубков. Ну, будем говорить, что-то есть родственное. Может, жена там какая-то, вроде украинка, не украинка. Так, теперь вот Дональд Трамп, что он подумал? Мысли, эмоции, поступки. Эти разговоры были приятны. Дональд Трамп был рад встрече. И разговор при данном тандеме, то есть инь-янь, его обрадовал. И они обговаривали новости, новые новости. Новости о мире, да, например. Ну, он приветливо относится к Зеленскому. Теперь Зеленский насторожится, да. Он, насторожась, ну, как смотря на него с осторожностью, понимал, что этот момент требуется. Тут императрица, как бы, материальный успех, помощь, деньги, плюс, как бы, знаете, с ковыркой, да, вот, потому что дама пик. И маг. Опять-таки деньги. Это помощь. И ему тоже было приятно с ним поговорить. Но старшие два аркана говорят о том, что Зеленскому повезло поговорить, повезло с Дональдом Трампом. И Дональд Трамп есть удача. Это госпожа удача. И маг тоже в ногах говорит о том, что Дональд, я так рад, что мы с тобой поговорили, да, и как бы приветливая встреча. Теперь о мире. Чтобы был мир,
И планы на будущее по поводу материального успеха. Деньги. Это деньги. Дама динария. Еще можно сказать хозяйка. Кто-то все-таки знает толк в этих деньгах. Ну, в общем, как бы разговор был приятный друг другу. Ну, ничего плохого нету. Хорошие карты. Разговор о мире. Чтобы разговор был о мире, все зависит от человека в форме. Видите, тут войны. Вот. Дама пик и король пик. Разговор о мире. Видимо, об армии. Разговор об украинской армии. Чтобы был мир, нужно военных снабдить деньгами. И разговор о мире, да? И чтобы мир наступил наконец-то, лидер, да? Две дамы. Тут получается долгий разговор. Это когда две дамочки, две дамы, да, это сплетни. Они обсуждали об украинской армии. Ну вот видите, как интересно карты, да, раскрывает, о чем они говорили. Теперь я спросила карты мир, да, был ли разговор о мире? Нет, они говорили об украинской армии и о деньгах. И Дональд как бы с чувством юмора и радостью поддерживал Зеленского. И разговор об армии, это сплетни, планы на будущее. Мир мог бы, мир, который Трамп хочет, вернее, извините, Трамп этот мир хочет утвердить между Россией, например, и Украиной. Получится ли у Трампа? Это его желание. И вот желание Зеленского, чтобы скорее бы мир пришел, слово мир. Вот о чем они говорили. Просто видите, как карта, да? Теперь, ну, удачу, чтобы был мир. Этот мир – удар в спину. Это неожиданный мир. Удар в спину, да, я сказала, но удачу, мир. Чтобы как, остановить войну, это должно быть неожиданно. Это будет ударом в спину для тех, кто воюет, да? Или же кто-то хочет что-то продолжить. В общем, неожиданность, можно так сказать. Зеленский, Америя, с ангелом-хранителем. Мир, дружба, восстановление связи. Ну, хорошие карты, даже вот эти три карты. Раз, два, три, четыре. В общем, Трамп хочет неожиданный мир, неожиданный. Но чтобы неожиданный мир был, не получится все-таки. Эти дебаты, разговоры об армии, еще о чем они говорили. В общем, у Трампа что-то пойдет не так. Не, сразу не получится, чтобы был мир. Так, о чем они еще разговаривали? О работе. Работа. Какая работа? Восьмерка жезлов. О, да, динарий. Вот, теперь рыцари, да? Смотрите, работа военных рыцарей. Вот. Масть пиковая, пиковая, и вот пиковая масть. Видите? Они разговаривали о воинах, которые исполняют свою работу. Вот о чем они еще разговаривали. Два рыцаря – это альянс. Значит, что Украина, например, с европейскими там какими-то солдатами вместе должна обсудить как бы дальнейшую работу военных. Видите, тут получается не только украинцы воюют, и еще какие-то люди. Значит, разговор в основном шел о военных. Вот. И о деньгах. Ну, это естественно. В общем, вот так вот. Но мир, да, смотрите. Да, это красиво все, но
Внезапность. Как может Байден, ой, Байден, извините, Дональд Трамп неожиданно в спину нанести удар мир, миру удар какой-то, да? Еще можно так сказать. Что это такое для Трампа, Дональда Трампа? Что это за удар? Сила, власть. Ну, в общем, я сказал, все, баста, ребята, воевать никто не будет. Это приказ, неожиданный приказ. Я так поняла. Ну вот он сказал, все, завтра все, никто не стреляет. Все, тишина в студии, например. А возможно ли это вообще, например? Это все игра. Ну он изображает, что это сделает. Так вот. Ну, в общем, вот такой разговор состоялся между Дональдом Трампом и Зеленским. В общем, армия. Армия, деньги. Армия, деньги. Так. И чем все это закончится? Закончится вот этот разговор? Будут ли они дальше общаться? Дональд и Володя. Встреча в телефонном режиме. Возможно, еще в будущем вышла политическая потетутка. Или же, ну, жигало, да, если как мужчина. Это все игра. Они изображают между собой вот эти вот разговоры. И политическая потетутка продолжится ли? Нет, она как-то пересмотрится. Кто-то уходит. Ну, как бы это вот игра все. В общем, кто-то из них уйдет. Или Байден уходит, да. Или же Трамп уходит. Может, этот уйдет, Зеленский. В общем, один из них должен уйти. В общем, вот так вот. И встреча уже может не состояться. А это как бы звонок. Есть игра. Политическая игра. Вот так. Я, может, долго говорю, но вот как-то вот так вот карты раскрыли разговор между Дональдом и Зеленским. Ой, что же там такое упало? Что упало, то пропало. Так, риск и дом. Рискованные мероприятия в каком-то доме. Это у Трампа возлюбленная. Смотрите, получается рискованное предприятие в каком-то доме и нелюбовь. Ну, кто-то его не любит, ну, какая-то нелюбовь. А со стороны вот Зеленского он прикован к своим обстоятельствам. Он должен делать свою работу. Это получается... Уйти с работы нельзя, будешь делать то, что надо. И вот он выполняет свой долг, можно так сказать, Зеленский. Комната. Хотя он бы хотел покинуть эту комнату. Ну, должность президента, видите, он прикован. Бросить эту работу нельзя, закрыть дверь нельзя. И что с Зеленским? Несчастье. Его должность президентская есть к несчастью. Для него это есть несчастье. Ему грозит несчастье, можно тоже так сказать. Болезнь. Может, отравят, знаете. В общем, что-то не то. А что это такое? Что за несчастье? Болезнь какая-то. Деньги. Какие-то деньги, опять деньги. И верность. Что-то с какими-то деньгами нечистые деньги. Это деньги, нет, неверные деньги. Ну, что-то с деньгами. Это не с деньгами, можно сказать. Да. Это по его самочувствию. Это проблема не с деньгами. Неверно, это не деньги, да. Если вот так, да, верно, это что-то с деньгами, поняли, да? А так получается, нет, это не с деньгами, это с его здоровьем.
Надо посмотреть ему на здоровье. Так, что еще скажет цыганский оракул? Чем может заболеть Владимир Зеленский? Друг, это враг. Какой-то враг возле него отравят. И вдовец. Какой-то враг его. Вот так, друг, а это враг его. Вдовец. И дорога, ну, как катафалка. Друг на кладбище, дорога. Ну, кто-то умрет, может, знаете, такое, как бы невзначай. В общем, получается, для Зеленского здоровья надо беречь. Ну, и у Трампа, видите, все-таки у него не получится быть президентом. Трампа. Не получится. Получится. Бабушка надвое сказала. Видите, гадалка еще перевернутая. Как бы там можно, но нельзя. Сейчас он, видите, радуется. Ой, сейчас он фанбарон. Молодец. Павлин, хвост. Скромность нужна. И пересмотреть свои планы. Тут ученые. Нужно ему заняться собой. Ну, в общем, ему нужно поработать над собой. Можно так сказать. Ну, в общем, вот так вот обыденно цыганский оракул раскрыл образ. Тоже интересно. Надо посмотреть на здоровье Зеленского. Раз идет болезнь, несчастье и прикованность к какой-то, каким-то обстоятельствам или комнате. Может, даже еще, знаете как, ну, как коронавирус заболел тоже, мало ли, где он там ездит по странам. Серьезная ли болезнь у Владимира Зеленского? Ну, вот при дороге где-то зацепил какую-то болячку. Препятствия, легкомыслие. Моля вышла, моля. Моля и его враг. Видите? Моля и его враг. Нужно ему остерегаться в дороге, и чтобы моля его враг не отравила. Вот, тоже интересно. Карты тоже интересно сказали. Значит, рядом враг. Друг враг. Возле него крутится его врага, враг, который ему может сделать препятствия какие-то. Ну, навредить. Болезнь все-таки траванут. Что-то с Зеленским идет. Видите, интересно, да, карты? Враг, моля. И для Зеленского при дороге возвращения домой больница. Господи, какой ужас. Тоска, боль, переживания. Ну, в общем, вот так вот. Спасибо, что посмотрели до конца. Я благодарна Наталье Т. и Валерию Л. Спасибо вам, друзья. Желаю вам здоровья, всех благ. И мы рассмотрели на картах Таро Дональда и Владимира. И цыганский оракул подчеркнул много чего для Дональда и для Володи Зеленского. Ну все, спасибо, что посмотрели до конца. Всех благ. Удачи еще раз.